Добрый день всем! Вы на канале StepTop. Сегодня вторник, 3 декабря, а по вторникам даю я детальный отчет по сброшенному весу и рассматриваю каждый день прошедшей недели. Очень интересно получилось, и седьмая неделя была действительно очень хорошей. Я довольна результатом, но посмотрим поближе, что мы видим. После застолья в воскресенье вес был больше, чем когда-либо, 71,6. Как видите, это намного больше, чем неделю до, и даже больше, чем 2 недели до. Получается, что голодаешь-голодаешь, а вес увеличивается-увеличивается. Но не все так просто. На самом деле, вот это воскресенье, которое вы видите, 71,6, это мандарины. Я просто купила 2 тележки мандаринов и эти 2 тележки съела. Ну, вот такой вот получился результат. И ничего страшного. Все это было запланировано, я это знала, что так будет, поэтому не испугалась, ничего такого. И в понедельник я весила уже 70,5, я сбросила 100 кило, то есть все мандарины эти улетучились, потому что, по идее, это жидкость. Так, во вторник еще сутки прошли, и я весила 70. Тоже очень хороший отвес получился, 0,5 кило. Хотя неделю до 70,2, а потом 70,1, только 100 граммов. Ну, прошел еще один день, и в среду я весила 69,5. Очень хороший результат, потому что, видите, бывает так, что 2 недели подряд стоишь на месте или даже тяжелеешь. А тут 0,5 кило минус. И, между прочим, вот эта вот среда получилась самой легкой средой из всех, которые были до этого. То есть опять возобновился сброс веса. Сутки прошли, и я уже весила 68,8. Сама офигела, потому что сбросить 700 граммов и непонятно как, но просто замечательно. Через сутки минус 200. Тоже неплохо, по идее, потому что, сравнив с предыдущим, с предыдущей пятницей, это получилось, что 900 граммов. В субботу я весила 68 ровно на кило, легче, чем в субботу до. Ну и, наконец-то, в воскресенье, это когда я взвешивалась вместе с вами, я весила 67,6. И это при том, что у меня в руках мобильный телефон, и я все время планирую взвесить мобильный телефон на своих кухонных весах. Но забываю. Ну, может, граммов 200 будет весить, я точно не знаю. Поэтому, если еще и это учитывать, то можно даже сказать, что чуток поменьше, нежели 67,6. Но я все время беру то, что вижу на весах. И 67,6 это на 100 кило меньше, чем неделю до. То есть результат офигительный. Я очень рада. Но заказывать на следующее воскресенье какой-то грандиозный отвес даже боюсь, а то потом разочаруюсь. Но хотелось бы, конечно, сбросить побольше, хотя сейчас, посмотрите, 67,6, а начиналось все с 77,4, то есть 10 кило. Вроде хихи, ха-ха, шутки-прибаутки, какие-то ролики снимаю,
видео выставляю, ерундой как бы занимаюсь, а вес-то ушел, вон он как, 77,4, и тут вам 67,6. Ну, представьте, 10 кило. Это такой немаленький ребенок, да, уже сбросился с меня. Вот. Все, дала вам детальный отчет. Наконец-то наступила эта неделя, которая меня порадовала. А сейчас уже идет 8-я. В воскресенье покажут весы, и я вам опять продемонстрирую свой очередной результат. Хорошего дня и до завтра. Пока!